Приветствую вас, дорогие друзья. Мир вам. Сегодня мы снова с вами рассмотрим несколько цитат Священного Писания, которые подтверждают тот факт, что власть дается Богом, несмотря на то, какая она, хорошая или плохая. Мы говорим о том, как Бог смотрит на происходящие события в этом мире, как Бог действует в этом мире, в том числе и в политической жизни разных народов. Для начала хотел бы прочитать цитату из книги пророка Исаии, глава 33, стих 22, который говорит о том, что все в Божьих руках, что Бог является владыкой всего мира, и Он промышляет об этом мире. Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Далее хотелось бы рассмотреть другие цитаты из Библии, которые говорят о том, что Бог дает власть и отнимает ее. Книга пророка Иеремии, глава 51, стих 20 и 23. «Ты у меня молот, оружие воинское, тобою я поражал народы, и тобою разорял царство, тобою поражал и области начальников, и градоправителей». Этот стих говорит о том, как Бог использует людей и народы в качестве своего орудия. Книга пророка Даниила, 2 глава, стих 21. «Он, то есть Бог, изменяет времена и лета, низлагает царей и поставляет царей». Далее пророк Даниил в 4 главе продолжает эту мысль. Стихи 22 и 24. «Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твои милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Далее книга Иова, глава 12, стихи 17 по 19 и 24. «Он, то есть Бог, приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути». Книга псалмов Давида, 75-й псалом, 13 стих. «Он укрощает дух князей, он страшен для царей земных». Книга пророка Иеремии, 34 глава, 21 стих. «И Сиддекию, царя иудейского, князей его, отдам в руки врагов их». Эти выше озвученные цитаты подтверждают тот факт, что власть всякая дается Богом, им же отбирается. Господь действует через народы, через людей, на судьбы других народов, в том числе и царей. Ну а завершить нашу встречу хотелось бы цитатой апостола Павла из первого послания Коринфской церкви, 15 глава, 23 стих, в которой говорится о том, что Бог является владыкой всего мира и что Ему надлежит истинное царство. А затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. В конце времен Бог будет царствовать над всем миром единолично. Пусть Господь благословит вас
ищите прежде Царства Небесного и Его праведности.